Я работаю с любыми родителями, и именно с родителями детей аутистов моя часть работы – это помочь им принять диагноз. И найти для них все ресурсы, чтобы они были готовы идти туда, где вот уже они, обычно родители аутистов придут к нам по одной причине. Они еще не готовы принять диагноз, и они еще не связаны со структурами. У нас прекрасно развиты структуры по помощи аутизма, особенно последние 10 лет. Вот, то есть я с ними работаю над принятием диагноза, а потом уже, в зависимости от того, какая форма аутизма, мы будем говорить, что работает для них. Это очень трудно принять, что мой ребенок на спектре. И вот этим я спокойно занимаюсь. Синих китов. Я, извините, сколько раз я должна выслушать один вопрос, чтобы наконец адресовать его. Синие киты, желтые киты, зеленые киты. Ничего нового. Ничего нового, потому что сколько существует человечество, столько времени были секты. И в эти секты втягивали самых уязвимых. И втягивали потому, что почему-то, да, кому-то нужны были деньги, кому-то нужна была сексуальная услуга, в случае с китами это власть над человеком. 30 лет назад уже процветала клиника культов в Нью-Йорке. Поэтому секта синих китов – это хорошо забытая старая, которая, к сожалению, имеет куда больше резонанс, потому что все сетевое очень быстро распространяется. И мы сталкиваемся все с тем же. Это отношения между детьми и родителями, и это полное незнание родителей, что дети делают на сети. Мы говорили про сети маленьких детей. Давайте поговорим про сеть и более взрослых детей. Когда родители доверяют детям, и взаимное есть уважение, то дети постепенно становятся вовлеченными в родительский, скажем, Facebook. Подойди, посмотри, какая красивая картинка, какая хорошая песенка, что-то позитивное. И потом ребенок говорит, а я хочу свой Facebook там или что у них? Контакт. А ты знаешь, что сеть – это очень большая площадь. Сеть – это площадь, где нет приватности. Все, что ты там говоришь, разносится по всему миру. Поэтому у нас с тобой будет договор, что ты меня ставишь в друзья в своем ВКонтакте или в своем Фейсбуке, и у меня 100% доступ к твоей информации. Я так не хочу, я так не играю, приватно, я... Значит, ты не готов. Когда будешь готов, мы поговорим, потому что это публичное место. И... А вот Маша, Оля, Катя, Ваня. Ты знаешь, что их мамы тоже заглядывают, потому что это обязанность мамы. Сеть – это большая площадь, там большинство людей прекрасных, но есть там, во-первых, нехорошие люди, во-вторых, дети иногда совершают ошибки. Поэтому ты получишь доступ к сети только когда ты согласишься на наши условия, значит, ты созрел. Когда есть этот диалог, и появляется какой-то кит или еще что-то, мы говорим ребенку, слушай, я читала очень неприятные вещи, что ты об этом думаешь? Слушайте ребенка, не надо говорить, это ужасно, культы ужасно. Надо слушать, что ребенок об этом думает. Ну а если у вас вот такой диалог с ребенком, то тогда он не пойдет к этим психологам, псевдопсихологам от китов, рассказывать про свои раны душевные и искать помощи оттуда, да? То есть на самом деле мы говорим, держим руку на пульсе, ездим с ребенком на рыбалку, сидим, ничего не делаем, 2 часа. Это контакт, это близость, да. А если ребенок спрашивает о смерти, как с ним это? А сколько ребенку лет? Ну, 6. Ой. Ну, во-первых, ребенок в 6 лет не может не спрашивать о смерти. Как это болезненно, я могу себе представить. Я укладывала ребенка лет 5-6. И он мне сказал, слушай, когда я буду умирать, кто мне поможет? Mm-hmm. Вот так. И это вопрос, с которым в том или ином, в той или иной форме, будет сталкиваться каждый из нас, кроме тех семей, где слово «смерть» под запретом, как секс, да? Смерти нет,
Секса нет. А ребенок, опять же, у меня книжки изумительные для трехлетних, как там птичка умерла, для пятилетних, для семилетних, что это цикл жизни. И что, как правило, а люди вначале рождаются, живут, потом у них дети, потом внуки, внуки, правнуки, потом люди устают и постепенно умирают. Ситуация с войной намного тяжелее. Это большая несправедливость, это большая горесть. А говорить о смерти зависит от того, будьте здоровы, ангел, все зависит от того, вы принадлежите к синагоге, к церкви, к атеистам, то есть в каждой общности, в каждой семье это немного другой разговор. Но так же, как мы не можем сказать, что у нас нет приватных частей, так же мы не можем сказать, что мы бессмертны. Это страх детей, он начинается в 2 года, примерно в 2,5, и будет всю жизнь. Меньше в деревне, больше в городе. Потому что в деревне мы видим рождение жизни, как зерно проросло, как оно замирает, как отмирает, как козочка рожает, как свинки делают нового поросенка. Там как-то вот тема смерти более ритуализированная и менее табуированная. Да? А когда родители говорят, я боюсь говорить с ребенком о смерти, я не знаю, как это значит, родители боятся говорить о смерти. Говорить просто, что все в мире имеет начало, расцвет и конец. Мама, я не хочу, чтобы ты умерла! Нет, конечно, и я не хочу. Я думаю, что мы будем вместе еще очень-очень долго. Я успею тебя всему-всему научить. И у тебя будут детки, я буду нянчиться, да? Я очень надеюсь. Вот так и говорим, как есть. Поэтому я сказала, что я должна маму твою увидеть вместе с тобой сегодня. Мама пришла, я говорю, Мариночка, посмотрите на ее кожу, пергаментная кожа, срочно в госпиталь. А у нас в госпитале вообще не держат. Знаете, вот, приняли, посмотрели, прописали лечение, там прокололи, если надо, и домой. Девочку держали неделю, потому что сердцем было плохо уже. Мама не могла увидеть, мама не увидит, мама слишком близко стоит. И у мамы отказ от реальности. Значит, когда у нас анорексия, пожалуйста, только в союзе с доктором. Потому что мы можем умничая загубить жизнь. Там почки, там сердце, там внутренние органы начинают отказывать. А они еще врут. Анорексики врут нещадно, чтобы угодить нам, потому что это часть анорексии, там, рассказать, какие они послушные, да, что она сегодня ела. Пожалуйста, только в союзе с врачами, если есть специализированная клиника, отправлять в специализированную клинику. Можно вопрос? Нужно. У вас встречи с родителями и с детками, как-то определенный план у вас или как-то все индивидуально? Сколько встреч с родителями вначале, потом с ребенком? От одной до многих.
родители решают, кроме тех случаев, когда я вижу, что дело уже идет на поправку. Uh-huh. Тогда я вижу, что родители напитались, вот такая губка, и уже начало работать все. Я очень жду, чтобы родители сказали: Мадлена, не надо каждую неделю, давайте через. Если я это не услышала от родителей, а прогресс я вижу такой серьезный, то одна, еще две встречи, я говорю: душа моя, я не нужна вам на следующую неделю, ну давайте раз в две недели, это по-моему. Без ребенка. Без ребенка. Ребенок раз в неделю. Раз в неделю. Ребенок раз в неделю, сейчас uh-huh. я скажу. Uh-huh. А давайте раз в две недели, а потом раз в три, а потом раз в четыре, но раз в четыре жестко, ну, если что-то возникает, да? Uh-huh. А они ужасно боятся потерять место свое время. Я говорю: да, потеряете, но когда-то все равно потеряете. Я обещаю, что мы будем гибко, но находить что-то. Вы не можете попой держать место и становиться от меня в зависимости. Uh-huh. Это нельзя, потому что вы так же не дадите ребенку отойти. Давайте мы будем учиться отпускать, да? А почему с ребенком так не получается? Ребенку нужна предсказуемость, ребенку нужен ритуал. Uh-huh. Ребенок, во-первых, в среднем 6 первых сессий дети выясняют, кто я, и влюбляют меня в себя. Там, uh-huh. Что это за тетку, люби меня. Да, это примерно 6 встреч. Потом 6 встреч они говорят: тетка, ты добрая, давай мы ее через колено. И они начинают меня ломать. На это uh-huh. тоже приходит. Примерно 6, да, плюс-минус. И только потом начинается серьезная работа. Поэтому с детьми я родителям говорю: я не хочу видеть ваших детей, пока мы не сделаем всю работу, потому что это очень серьезный договор. Это ребенка таскать сюда месяцев 6, 8, 9. Да? Обычно это учебный год. Очень редко я выписываю раньше. И если вы ребенка преждевременно заберете, вы сослужите ему плохую службу. Потому что у ребенка будет чувство, что от него отделались. Если вдруг вам надо прервать терапию, скажите мне за 3 сессии, и я сделаю такой graduation, да, что чего достиг, как мы расстаемся, почему мы расстаемся. Ритуал, чтобы ребенок знал, с чем он уходит и что он уже знает. А если вы заберете ребенка просто так, я, потому что все исправилось, обратно не возьму. И не потому, что я плохая, я ребенка щажу. Нельзя играть ребенка. То есть если вы янь ребенка, вот так выделите ребенка из моего кабинета, больше ко мне обратиться нельзя, я вам дам кому обратиться, я не возьму. А у меня была совершенно волшебная девушка, 8-летняя. Это песня, это мечта любого психотерапевта. Приходит ко мне девочка с очень сложным поведением, прекрасная семья, мама, папа включились, работают, брат с сестрой старшей, очень старшая, намного старше работают. Приходит ко мне эта девочка, и мы с ней занимаемся. И вдруг она приходит и с порога говорит: только ни о чем не спрашивай. Я говорю: я не буду ни о чем спрашивать. Садится, и вот майский дождь из глаз, вот просто плачет. Проходит минут 5, мы там чем-то занимаемся потом, и она мне говорит, 8-летняя сопля: спасибо тебе большое. Ты мне так помогла, что дала мне выплакаться. Потом она приходит ко мне как-то раз и говорит: так, мы сегодня будем играть иначе. Ты будешь, ну, назовем мы ее Ляля, допустим, да? Ты будешь Ляля, а я Мадлена. Я говорю: давай, ты будешь Ляля, я Мадлена. Ребята, 45 минут я пила мед. Она говорила терапевтическим голосом. И позитивные стыд. И хвалила, и учила. Это было такое счастье. 45 минут приходит в следующий раз, я опять захотела эту игру, а дважды в эту воду войти нельзя. И какое-то разочарование у меня в этом было, очень разочаровалась. То есть человек делает 8 лет 200% за меня. Это такой дар. Проходит еще месяц-полтора, она приходит и говорит: 8 лет. Ну и что, я буду к тебе ходить до колледжа, что ли? Выучила у тебя, я хочу уйти. Давай расскажи, что ты уносишь и уходи. Вот так 8-летний ребенок со мной завершил терапию, когда она почувствовала, что она напиталась. Но это правда уникальный случай. Это уникальный случай. А из анекдотов моих любимых, как мальчик, у меня тоже примерно 8-9 лет, сидит и говорит: слышал я, что в твоей стране, откуда ты, все было очень сложно. Вот скажи мне, когда ты там жила,
Ты была охотником или собирателем? У нас осталось 15 минут. Вопросы или завершаем? Вопросы, пожалуйста. Вот это то, о чем мы начинали говорить, тревожное расстройство практически у 100% людей, которые заходят в мой кабинет. Практически у 100% от генерализированного тревожного. Ребята, у меня с терминами плохо, я знаю на английском. Generalized anxiety disorder, то есть такое обычное, общее, и то anticipatory, то есть когда определенное какое-то что-то вызывает тревогу, паники, обсессивно-компульсивный. 100% людей приходят с чем-то на этом спектре, плюс там уже депрессия, плюс там уже травма, плюс там уже 45 минут. Сколько книг? А? 15 в день. А, не спрашивайте много. С какими? Ой, по тревоге лучшие. Я сейчас вот так вот и не скажу, я в кабинет зайду, посмотрю. Детские хорошие, детские идеальные, но это надо переводить с картинками, это надо покупать вам лицензии, переводить и делать для детей. Лучшие для детей, Wellman Gentle Worry Machine. Кстати, со взрослыми я вижу, со взрослыми я очень серьезно часто беру детские книги, прочитываю с ними, во, работает, да. Wellman Gentle, это Джулия Кук, я сейчас напишу, как она пишется, Джулия Кук, потом подойдете, посмотрите на то, что я тут выписала. Джулия Кук, Wellman Gentle, The Worry Machine. Ага, огласовки можно, worry. Да. Да, вы знаете, вот мы начинаем все с того же. До того, как я доберусь до твоей гиперактивности и буду знать, насколько ты гиперактивный, сколько у нас screen time, сколько телевизоров кричит дома, как общаются между собой родители, не кричат ли на ребенка родители. То есть вначале мы делаем терапевтическое окружение, а потом уже смотрим, сколько той гиперактивности осталось. Ну, мало ли что стоит. Кто его поставил? Врач. А врач эти все вопросы учел? Тогда я поговорю с врачом. А вот если действительно есть гиперактивность, да, у врача поставили. Ну. Если это неправильно, то это внимание. Ну. Какие правила работы в кабинете? Обычно человек приходит в сам кабинет на терапию и приходит зеленая гиперактивность. То есть какие-то ограничения, еще что-то правильно? Нет. Нет, у меня любой ребенок, как и любой взрослый, может вертеть в руках у меня целый вот такой вот набор мячиков и всяких вещей, которые можно держать в руках. А гиперактивным и не гиперактивным детям я позволяю сидеть в любой позе, в какой им хочется. Я позволяю им двигаться, я позволяю им трогать себя, да, успокаивать. То есть у меня нет никаких ограничений. Только могу моделировать. К сожалению, в тех случаях гиперактивности, когда уже необходимо медикаментозное лечение, я мало что могу сделать, кроме того, что упорядочивать. Там прогресс по капле, там хроническая ситуация. Но когда мы говорим гиперактивность, она вот отсюда до сих пор, да, как при аутизме. Поэтому сказать, как я работаю с гиперактивными детками, я не могу сказать, есть чуть-чуть, есть немного. Кто ставил? Я ставлю диагноз. Столько. По-разному. Но есть случаи, когда я почти бессильна для того, чтобы исправить симптоматику, но зато я могу исправить, помочь ребенку исправить его отношения с социумом, быть менее неуклюжим и нелепым с друзьями. Мы прорабатываем модели поведения,
как он ждет своей очереди, что ему помогает ждать своей очереди, когда он знает, что ему нужна минутка, чтобы попрыгать, да? То есть мы делаем то, что и нужно делать, да, компенсаторные механизмы. Вот это вот в тех сложных случаях, когда говорите вы, что ребенок уже пришел от врача. Я также могу ставить диагноз, как и врач, более того, что в серьезных случаях я буду звонить врачу и вместе с ним думать, как помочь этому ребенку. Да. Ну какое? Ну если ребенок совершил такую гадость, что вы сказали, что ты не можешь сегодня играть на компьютере, то дальше разбейся в лепешку, ты не будешь играть на компьютере, да? И если ребенок кричит, мамочка, я больше никогда не буду, я тебе клянусь, я буду хороший только сегодня, только сейчас. Солнце, я принимаю твои извинения, завтра у тебя будет шанс. Непременно. Ребенок должен смириться с теми последствиями, на которые он сам напросился. Там рука была, да? Мне показалось. Работа с травмой, тема большая, да, но на чем это больше поведенческий подход. А как я вам говорила, эклектик. Вот что надо, то и надо. Травма – это очень большое слово. Вот все, что мы говорили про беспокойство – это травма. Травма включает в себя беспокойство, точно. И то, что мы говорили про агрессию, это тоже травма. То есть за всеми вот этими проявлениями стоит травма. С травмированным ребенком мы работаем с родителем, как создать ситуацию безопасности, как дать ребенку почву под ногами, да, и как не увеличивать травму собственными эмоциями. Я понимаю дикую трагедию, когда погибает близкий человек. При ребенке мы обязаны думать о благополучии ребенка, поэтому все адские рыдания, проклятия и истерики у своей мамы, у своей подруги, у психолога насеновали, а к ребенку мы приходим, ребенок может видеть слезы, ребенок может и должен видеть горе, но если мы даем ему крайнее проявление, это греческая трагедия, то у ребенка эта трагедия вырастает до совершенно звериных размеров. То есть на самом деле дети воспринимают любое явление, включая травматическое явление, как через нашу призму. Мой любимый учитель, которого я никогда не встречала, Эриксон, которого я только читала. Я очень люблю пример из его книжки, как он воспитывал своего ребенка. Ребенок падал, расшибал коленку, он подходил и говорил: «Ух ты, смотри, какая красная кровь, здоровая, во! Да ты смотри, а! Ты здоровый человек!» То есть, мы же не говорим, что тебе не больно, все мальчики падают, пока они растут. Но если мы начнем: «Кровь, столбняк! Смех!» Мы даем ребенку установку на то, что все травма. Да? И мы основываемся на resilience, на самовосстановлении и природном жизнеутверждающем способности ребенка самовосстанавливаться, показывая ему, как мы компенсируем любую травму, любую боль, любое горе. Да? Вы меня спросили про смерть. Вести на кладбище, не вести на кладбище, это будете решать. Ритуалы памяти, что бабушка больше всего любила печь, как это было приятно, какие песни она тебе пела. Потому что бабушка, пока она была, это был главный капитал ребенка. И бабушка ушла, а капитал остался. Вся любовь, которую бабушка к тебе имела, у тебя осталась. То есть, если мы не ведем ребенка на кладбище целовать в лоб мертвую бабушку, что совершенно не надо, если ребенок не хочет, то вспоминать добрым словом, это бабушка подарила, она тебя очень любила, да. Да. У меня тут тоже сложности, действительно, мы даже нашим не знаем, что делать. Вот родитель ушел на фронт добровольцем и пропал. И мама ребенку не говорит, что он пропал, он говорит, что он уехал в командировку, и командировку месяц, два, три, год, четыре. Что теперь, как выходить теперь ей и
не из ситуации. Потому что ребенок начал фантазировать, он тебя бросил. А сказать, что мы, он что, ты уже вырос, и мы можем говорить прямым текстом, папа уходил на фронт. У нас нет известий, что папа погиб. Мы очень надеемся, что он где-то. Но мы не знаем. То есть ему в любом случае, хотя он уже нафантазировал, что папа бросил ребенка. Ребенка он бросил. Да. Ребенок говорит маму, но ребенок говорит, он меня бросил. Да, чувствует вину. Значит, папа очень хотел быть с тобой. Мы не знаем, что случилось. Папа тебя любит. Папа тебя всегда любил. Мы не знаем, жив папа или не жив. То есть на любой ситуации... Ребенок придумает страшнее, чем есть на самом деле. Понимаете, когда мы не даем факта, то фантазия ребенка создает таких монстров. И то, что бросил, и то, что я ничего не стою, и то, что мама никто, и папа ушел. То есть правда очень горькая и болезненная, она легче, чем фантазия ребенка. Да. Вы же рассуждение на длительность терапии. И нет. Самое длительное это ваша терапия. Нету. Значит, первое правило. Если пациент может без костылей, я его отправляю. То есть только не развить зависимость. Пожалуйста. Значит, когда мы думаем, а сколько же у меня окно останется, да лучше пусть 5 окон останется в расписании, чем одному человеку сделать плохую службу и сделать от него его созависимым. Я не знаю, с чем человек пришел. Это же сопление, которое... Нет, без диагноза. А что значит без диагноза? Ко мне без диагноза не приходят. Ну я не знаю, что такое без диагноза. Я не знаю, что такое неврозис. Какая сестра? А люди приходят ко мне один раз на консультацию. И я их не тороплю с принятием решения. Лучший психотерапевт в мире и лучший клиент во Вселенной могут не совпасть. И это я тоже говорю, что если вдруг почему-то вам некомфортабельно, дайте знать, мы будем об этом говорить, я буду вам искать другого терапевта. А... Можно вопрос? Одну минуту я не ответила. Сейчас. А до того, как человек чувствует, что он разрешил тот запрос, с которым пришел, или те запросы, которые возникли по дороге. Иногда его ограничивают средства, иногда его ограничивает страховка, иногда он решает, что он все сделал, иногда я решаю, что человек окреп достаточно, чтобы он ушел. Сколько это? Я не могу вам сказать при моем эклектическом подходе. Это длится терапия, а не несколько консультаций, когда человек потом решил, что... Ой, девочка ко мне пришла, подружка. Пришла и ушла, и мать звонит и говорит, она у вас 2 раза была, а перемен нет. А поэтому от 2-3 месяцев, когда это просто надо прорваться вперед, до многолетней связи, когда у человека панические атаки, а человек отказывается от медикаментозного лечения. Но мы добились очень многого. Она уже умеет купировать атаки большей частью, а если они есть, они менее продолжительные, менее интенсивные и менее чисты, и уже не приходится вызывать скорую. Вот чего можем, того добились. А она время от времени, я ее выталкиваю, говорю, давай сама, а она возвращается. Не могу сказать про длительность ничего, знаю только, что как только человек распрямляется и нет новых запросов, и я вижу, что человек может без меня, я хочу, чтобы человек шел сам какое-то время. У нас с вами ровно последний вопрос. Я не знаю, что такое психосоматические проблемы. Я просто не знаю. Если вы говорите, что ребенок говорит, у меня болит живот от беспокойства. А беспокойство, кстати, очень часто дает ощущение головной боли или боли в животе. Да, это практически довольно часто, потому что беспокойство сопутствует этой соматике. Теперь, если человек говорит хоть один раз, у меня болит голова или у меня болит живот.
или у меня болит сердце. Пожалуйста, прежде чем мы начинаем входить с ними в отношения к своему врачу, хочу, чтобы врач точно знал, что у тебя нет заворота кишок, что у тебя нет язвы, что у тебя и так далее. Я никогда не возьму на себя. Моя специальность, слава богу, 25 лет, они мне дали только одно, я знаю, чего я не знаю. То есть я никогда не возьму на себя смелость предполагать, а я попрошу человека пойти к врачу, и прежде чем я предложу человеку пойти к врачу, я скажу, что я хочу, чтобы вы посмотрели щитовидку, я хочу, чтобы ваш врач посмотрел, какие витамины, уровень железа. То есть попросите врача не просто кровь взять, а очень подробно по всему пройти, чтобы посмотреть. Ваша депрессия, она имеет какую-то физическую под собой основу, да? Или это только психологические и работа нейронов, да, и серотонин, там, надо что-то корректировать. То есть врачи это первые люди, которые нам скажут, да, как мы говорили про чрезмерный онанизм, прежде чем мы скажем, что человек чрезмерно онанирует, вначале нам надо узнать, нет ли у него в мочеполовой системе, да, зараза, которая его чешет. Вначале мы исключаем все физиологическое, потом мы говорим о соматике. Поэтому я так боюсь соматики. Спасибо большое! Да! Колеги, я попрошу ще в кінці потім зробити загальне фото біля інституту, тому не розходьтеся так. Це символ нашого города, символ нашого шампанського, одного із шампанського. Я хочу подякувати. Хочу поблагодарить Мадлен еще раз за удивительную встречу. Я думаю, что каждый к этому слову еще добавит миллион слов. Я думаю, что это удивительный шанс познакомиться с вами, что вы поделились этим опытом уникальным. И я думаю, что у каждого из нас где-то в душе открылось очень много-много каких-то векторов осмысления себя, осмысления этой жизни, людей, с которыми мы взаимодействуем, и многое-многое другое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Мира вам! Мирного неба! Чтобы войны не было! Хочу поблагодарить всех, кто пришел в наш институт. Вы тоже оказали нам доверие определенное. Хочу поблагодарить наших сотрудников, которые сегодня пришли, людей, которые организовывали этот семинар. Марту, в первую очередь, наших членов первичной организации Development Foundation, всех нас, администрацию нашего института. И я думаю, что, Мадлен, мы бы очень просили вас при первой возможности вместе из Марта и с вашими коллегами еще приезжать к нам. Спасибо. Мы будем стараться, чтобы вам было интересно. Спасибо. В этом мені потрібні адреси на моїх пошту. Тобто сертифікат ми повинні. Або почекати, або внести адресу нової пошти і отримати на адресу.